Привет! Вы на канале Белая Ворона. Меня зовут Алина. Время почти 6 вечера. А я одна тут в тайге нахожусь. Километров 6 я прошла. И примерно столько же мне еще идти. Иду я в свою избу, в которой у меня украли печь. Иду с бензопилой. Хочу дров напилить на зиму там. Хоть и печки нет, но зимой я иногда туда захожу на лыжах. И чтобы можно было хороший костер там пожечь, хочу заготовить дрова. В общем, рюкзак очень тяжелый из-за пилы. Слава богу, закончился подъем, потому что все это время был подъем, все 5 километров. Следов медведей сегодня не видно, но это не значит, что их нет. Просто сухо, очень сухо. И просто следы на такой дороге не остаются. Их просто не видно. Надо быстрее до темна дойти. В темноте не хотелось бы с Мишаней встретиться. На самом деле есть две проблемы. Одна проблема то, что нет печки в избе. И уже довольно холодно. Вторая проблема это с водой. Там, в общем, родник совсем пришел в негодность, у избы которой. И я не знаю, что меня там ждет с водой. Есть по дороге родники, пара родников, но тащить очень далеко. Вот сейчас я до родника до кого-нибудь дойду, и мне надо будет решить, набирать воду в бурдюк или нет. Солнце, ё-моё, садится уже. Скоро начнет темнеть. Вот такой родник здесь. Весь грязный. Даже не знаю, набирать ли воды. Но у меня там не лучше. Бутылками попробую набрать. Такие дела. Такая с водой проблема. Придется мне тащить эту воду. Цвет у нее, конечно, такой себе. Но это от листвы она такая желтая. Кипятить пойдет. Воду пришлось наверх закинуть. В руках нести ее будет гораздо тяжелее. Рюкзак стал вообще неподъемный. Зато воды добыла. Пусть и поганой немножко. Плохо, конечно, что я так поздно пошла. Но а что делать? Не смогла я раньше. Короче, я понимаю, что меня не видно. У меня фонарь далеко в рюкзаке. Я не думала, что я уже реально по такой прям теме не буду. Сейчас я в данный момент перелезаю через бурелом. Вот. И избу же свою вижу. Она недалеко. Шла, кричала, свистела. Господи, давно я не ходила в ночи по тайге, блин. Да, не стоит, конечно, так делать, не стоит. Наверное, не видно избу, зато видно, какое там после заката яркое сегодня красиво. И вот крыша еле-еле виднеется. Эта изба и есть. Я уже считаю, что подошла. Господи. Да. Фух. Наконец-то. Ничего не видать, сейчас фонарь достану. И вот она, изба. Вот я уже рюкзак сняла, но я еще не заглядывала, я доставала фонарь, настраивала свет. Вот видно, что кто-то приходил, шторка отодвинута и не задвинули обратно. Господи, видимо, заглядывали в избу, но не открывали дверь. Ага, не открывали, все открывали. Пакет дрявый. А, кто-то продрял, кстати, пакет. Вытащил куртку зачем-то. И зачем-то вот так вот ведро накрыл. Мусорное. А ведро я сейчас расскажу, что с ним случилось. Вот видите, что.
какие-то люди приходили, оставили тут еду. Огурцы, помидоры, еще какую-то хрень в пакетах. И это все медведь, видимо, разворотил. Разворотил ведро. И все вот это вот так вот было. В таком виде, как я сейчас показывала. И кто-то пришел, зачем-то вытащил из пакета куртку и накрыл это ведро курткой. Тут реально так похолодало. Мусор кругом, бутылки из-под водки. Неужели сложно за собой унести? Я здесь весь мусор уносила, все сжигала, уносила сама своими силами мусор отсюда. Опять понаставляли, вот ведро медведь разворотил. Не знаю, принесу сюда печку. Если будет такой бардак, если печку опять сопрут, нафиг брошу эту избу. Не нравится мне это. Знаете, какую запись мне оставили? Не тащи быстрее печку, скоро зима. Вот такая запись в тетради. Совсем оборзели. Собрала весь мусор. Вот сжигаю. Ведро сжигаю. Банки там обжигаю. Потом их сколочу. Банки эти. Ну, достались только бутылки, с ними ничего не сделаешь. Который раз уже здесь навожу порядок. Все бесполезно вообще. Все время прихожу в сральник. Я не знаю, как с этим бороться. Как бы было хорошо, если бы все люди соблюдали законы тайги. Не свинячили. Думали о других. Как бы было хорошо. Нет, каждый думает о себе. Я одно поняла, что люди все-таки... Ну, не все, но очень много. По большей части потребители. Вот такой у меня ужин. Сублимированная картошка с рыбой и овощами. Помидорка, лучок, сардины. Первый раз такие взяла попробовать. И чаек. Если влезет, какая-нибудь еще вкусняшка будет. Надо, наверное, бензопилу заправить. И распилить вот это вот. Мишаньки все, наверное, разбежались ближайшие. Так, где-то тут дровину я увидела. Вот так, вот она. Ой, блин, ноги бы не сломать. Прямо она тут недалеко. Сейчас я ее вот упильну. И на сегодня мне дров хватит. Представьте, сколько с одного дерева сухого получилось дров на вечер. Это реально много. Вот. Одело в 5 минут. И вот столько хвороста. Ну и мелких еще веток. И это я еще сюда закинула. Кстати, кто-то взял. У нас и так пихта пропадает. И вот молодую пихточку всю просто поободрал.
всяко для ночевки. Короче, можно теперь сжечь такие костры сегодня. Все-таки как хорошо и уютно с костром. Только вот выходишь чуть-чуть за пределы избы, и все, и там просто кромешная тьма. Такая тайга дремучая. И сегодня небо такое прям звездное-звездное. Смотри, как со стороны красиво. Нравится мне вечернее время в тайге. Костерчик трещит, вокруг тишина. Сегодня даже ветра нет. Опа! Вот так. Теперь у меня повесила гирлянду. И вот так теперь со стороны с гирляндой. Сейчас я установлю, чтобы она не мигала. И будет просто свет дополнительный. Что-то решила я, короче, на всякий случай бахнуть петарду. То есть я шумела бензопилой. Просто мне даже самой интересно, как она бахает. Я новые петарды купила, другие немножко, чем раньше. Нифига. Громко, да. Все, собралась я спать. Время начала 12. У костра насиделась. Песню напилась. Вся довольная. Пора спать. Завтра предстоит довольно тяжелый рабочий день. Надо выспаться и отдохнуть. Надеюсь, я не задубею. Такие у меня носочки флисовые. Их надену, и будут у меня еще одни запасные в спальнике. На всякий случай, печки-то нет. Довольно прохладно в избе. Все, всем спокойной ночи, до утра. Доброе утро, земля! Ой. Хорошо-то на улице. Ночь прошла хорошо, но я подверзала. Подверзала, было холодно в избушке спать. Это же землянка, она выкопана, она в земле находится, поэтому там сыро, влажно и холоднее, чем на улице, мне кажется, даже. В общем, надо завтракать и приступать к работе. Потому что от этого будет зависеть, успею я сегодня на электричку или нет. Домой я поеду или здесь еще останусь на ночь. Ой, вода ледяная. Она висела в избе. Как там холодно. Вот такая у меня красота будет заварена.
сублимированная малина, клубника, орешки, семена тыквы. Кисель заварю, съем пирожок, банан и пару рафаэлок. Такой мой завтрак. Чё, погнали пилить. Первым делом хочу вот это вот распилить. Когда-то это дерево упало. И считай, практически на избу. И фиг знает, сколько лет уже тут висит. Оно как раз висит. Оно сухое. Вчера я вот с того конца две чурки отпилила. Сейчас я его допилю. Вот так оно с этой стороны выглядит. Вот тут я вчера отпилила. И вот так оно лежит. Хотела сначала с той стороны пилить, но оно упадет и будет неудобно. Начну с этой стороны пилить. Я брала защитные очки, но они с меня сваливаются. Они слишком большие. Поэтому так, без очков приходится.
надо стаскать, а потом еще можешь что-то попилить. Я тут уже дальше не стала пилить, оно уже там сырое все. Там оно уже почти на земле. И вот столько вот чурок получилось. В принципе, немало. Сейчас буду их все перетаскивать. Немножко тоже сыроваты некоторые, которые, видимо, к крыше прислонялись. Ничего страшного. Специально не сильно длинные делала, чтобы было удобно колоть. Такая кучка не маленькая получилась-то. И здесь еще. Я вот думаю их вот сюда вот как-то сложить. Но надо какую-то, наверное, палку такую, чтобы как поддержка была, потому что тут скат. Сейчас посмотрим. Сейчас я лишнее же подпилю. И вот такая будет нормальная, наверное. Да, может сюда потоньше надо, не знаю. Короче, сейчас попробую. Складывать. Да, высоковато, конечно. Ну ладно, чуть-чуть хватит. В принципе, вот так получается, да, мне кажется, нормально. Зато там будет снизу воздух поступать и будет просыхать получше. Нормально. Сейчас еще вот эти надо туда стаскать.
И еще что-нибудь пильнуть. Ну вот уже какая-то поленница вырисовывается. Кстати, я вспомнила же про родник. Там же родник, на родник дерево упало. Пойду его попробую распилить. Оттуда таскать бревна такое себе, конечно. Надо где-то ближайший пилить. Там просто надо родник освободить. Перетаскивать, наверное, я эти бревна вряд ли оттуда буду. В общем, вот такой тут родник. Он вообще никакой, его надо копать заново. Но вода там есть. Но она плохая. Блин, его даже и не открыть. Короче, видите, как дерево упало неудачно. Прям на родник. Тут и камни не отодвинуть, и эту. Получается, воду не достать. И там и воды-то. Заново его надо копать. Ну, сегодня я этим точно заниматься не буду. У меня, во-первых, лопаты нет. А вот освободить его можно попробовать. Вот это вот. Распилить вот эту часть, убрать хотя бы. Я, короче, решила снять носки. Потому что на них эти опилки летят. Их потом чистить капец. Да и калоши не очень-то чистить. Короче, надо, когда пилишь, либо обычные шлепки надевать и босиком, чтобы опилки не липли. Либо эти гамаши сверху, беговые вот эти низкие. Они у меня есть, надо было взять, я не подумала. Иначе все в опилках потом так чистить тяжело.
решила их унести, хорошие такие, прям вообще сухие. Наверное, я их унесу. Нести, правда, не близко. Каждую. Сейчас еще вот эту надо отпилить. Ну вот, теперь родник свободен. Давно об этом мечтала, но не было у меня бензопилы. И возможности, естественно, не было перепиливать обычной пилой. Здесь практически нереально, ее просто сразу зажмет. И все, было бы очень сложно. Вот такой родник. Видите, его весь засыпало. И вообще, если честно, я не представляю, как его копать, потому что видите, какие камни. Только начинаешь копать, и вот такие вот каменюки огромные, просто огромные. Вон они везде там. И дальше там камни. Вон, видите. Вообще, а так тут постоянно вода есть. То есть, если ее еще подкопать, тут будет поглубже нормальный родник. Ну, тут можно брать воду. Она, в принципе, питьевая, но она тоже желтая от листьев вот всяких этих. Ну и маленький он совсем. Ну вот, теперь можно до воды добраться. Пусть даже до такой, но вода здесь очень ценна. Другой воды нет. Так, ну что, вот эти мне жалко оставлять здесь. Придется их перетаскивать. Буду методом перекидывания, как обычно я делаю. Ветер сегодня очень-очень сильный. Он на верхах гуляет, а сюда так немножко задувает. Наверное, слышно, как шумит. Но при этом день теплый. Оп! А пилу так не кинешь. Так вот я вам снимаю. Может, кажется, что просто ходить. Просто трава упала и смотрится как бы голо. А на самом деле под ней можно ноги сломать. Вот я сейчас таскаю вот эти чурки. И вот, например, если присмотреться, там вот ноги можно реально переломать. То, короче, ямы, то там гнилье всякое. Малина, кусты. Вон бревно лежит. Вот я сейчас чурки через это все таскаю. Вот именно такие места приходится по одной туда-сюда, туда-сюда ноги ломать. А где-то более-менее получше можно перешагнуть или перекинуть. Там я кидаю. Фух, что-то я уже устала. Блин, опять это лосиная вша. Их тут так много вообще. Думаю, кто шуршит, а это поползень. Наконец-то я их соскала. Так устала, что-то вообще капец. Надо еще что-то пильнуть. Это мало на зиму. Тут прям недалеко от избы. Получается, вот изба.
И вот видите, обломки стоят всякие. Вот деревья попадали. Вот висит дерево над землей. Оно сухое 100%. Вот его можно распилить. Вот валяется тоже. Можно его распилить. Вот это вообще сушайшее. Сколько усны, но она уже все мертвая. С мертвых деревьев нельзя собирать. Бензин кончился, блин. Надо заливать эти. Сейчас попробую вот эту пораспиливать. Я ее до конца не буду, она там на земле лежит. Ну, там такое получится. И там вот еще одна останется. И думаю, на этом я закончу пилить. Я и так уже устала. Не буду я такое мокрое пилить. Оно прям внутри сырое. Не знаю, за счет чего оно вроде висит. Все равно все влагой напитано. Нет, такое не надо мне. Вот то я вот распилила. Оно прям сухое. Хорошее. Сейчас попробую вот это. Да, ну если это сырое кажется, то печалька будет. Много упавших деревьев, но они все гнилые.
отпилить еще парочку или не отпилить еще парочку. Искать, в принципе, недалеко, но много. Ладно, отпилю еще парочку. Блин, такое ощущение, что цепь затупилась. Тяжело идет, плохо пилит. Фух. Устала. Спина устала. И полные калоши опилок. Сейчас, наверное, сначала повытряхиваю, потом буду таскать. Пусть пила остывает, отдыхает. Ох, села наконец-то. Костер потух, никто за ним не сидит. Дымится только. Как неприятно, когда полная обувь этих опилок. Вытряхивать, не знаю, у меня еще калоши внутри эти мягкие, знаете, такие, все эти опилки повтыкались. Жесть, я так долго чистила калоши, вы не представляете, зато отдохнула и чаю еще глотнула немножко. Сейчас буду скидывать пеньки эти, складывать. Еще покушать надо. Уже есть охота, но я решила поскидать сначала, потом поесть. Потом рюкзак соберу. Да, нехило дров-то получилось. Мне кажется, нормально. Учитывая еще, что там столько. Да, должно нормально быть. Таскала наконец-то поближе к избе. Сейчас буду складывать. Мне кажется, они все сюда не войдут.
либо еще с краю складывать. Там скатиться может. Что-то, наверное, подкладывать придется. Вот такая у меня поленница получилась большая. Это тоже очень сухой пень. Он такой корявый, решила его сюда закинуть. Есть еще один, но он сильно сырой. Вот. Парочку сырых я вот сюда сейчас прям к костру положу, чтобы они хоть маленько подсохли. Одну я уже положила. Уж раз уж люди срезали, пусть сохнут, лежат для розжига. Фу, наконец-то могу отдохнуть. Надо кушать, поставить, сделать себе поесть, собирать рюкзак. Как раз время только на это и осталось. И я успею на последнюю электричку. Я надеюсь на это, что я на ней успею. Запись надо оставить. У меня тут еще вот такие ветки. Надо их тоже пообламывать, да, поскидать рядышком. Тут, кстати, получается, под вот этой полкой место тоже есть. Но мне кажется, сюда все равно снег нападает. А так можно сюда мелкие ветки было поскидать. Вот, тут прям к дереву не сделаешь, потому что там он корни мешают. Пришлось так делать. Как я проголодалась-то, а? Время 16:00. Завалила гречку. Наломала еще там тонких веток. Тому, кто придет, чтобы было с чего костер разжечь. И вообще дрова я напилила не себе, а всем, кто придет зимой, чтобы могли обогреться у костра. Ну, естественно, они с топориком должны быть. Без топора они... И дрова вряд ли будут жечь. Гречка кажется божественной. Я реально так сильно проголодалась. Надо быстрее есть и собирать рюкзак. И лучше почистить желательно бы. Не дома же ее чистить. Времени мало. Быстренько пилу чистить.
собираться. Не сильно ты грязные. Даже не буду кисточку марать. Просто тряпка протру. Все. Теперь надо рюкзак собирать. Я даже чай не попила. Сейчас сначала соберу рюкзак, если время останется, попью еще чай. Вроде ничего не забыла. Ранетки хочу пожевать по дороге. Ох, еще идти. Конечно, я лучше ночевать осталась, но что-то мерзнуть мне неохота. Хоть и бабье лето, ночью в такой избе сырой довольно прохладно. Пойду домой, лучше дома посплю. У нас еще пару дней будет теплых. Сходим куда-нибудь там со своими. Все, пока. Полный порядок. Надеюсь, все-таки здесь так и будет. А не каждый раз я буду разгребать тут за всеми. Бутылки только остались. У меня полный прям рюкзак, некуда их реально запихать. Так бы я унесла бы. Медведь рыл недалеко от избы, кстати.
Вот люди прикормили, стал захаживать раньше. Не было его тут следов, прям совсем близко не подходило. Я вчера так поздно по ночи шла и ничего не видела вокруг. Без фонаря же я тут ноги ломала, спотыкалась. Вообще. Фух. Я вчера реально уже чуть ли не бегом последние километры бежала, потому что чувствую, что скоро совсем стемнеет. И не хотелось мне по ночи по тайге идти. Потому что тут медведей вообще очень много. Переживала. Хоть и было тяжело. Рюкзак-то вообще был тяжеленный. Бегом бежала последние километры. Везде сухо. Следов медвежьих не видать. Вот тут лужа. И вот он, Мишанин, след сразу видно. Такой небольшой пестун, скорее всего. Вот опять мне пришлось по темноте идти. Вот стою, жду на станции электрички. Через 13 минут подъехать должна. Последняя. Никого нет, одна я.